Здравствуйте, дорогие рукодельницы, вязальщицы. Я специально записываю это видео на ноутбук, чтобы увидели вы, вот какую сумочку я себе связала, вязаную сумочку. Сейчас сумки кожаные очень дорогие, а вот если нет карманов или мелкие карманы, очень даже удобно вот такую сумочку связать. Она вяжется очень-очень быстро. Итак, дорогие мои, как же я ее вязала? Сейчас я вам расскажу. Вот она у меня уже связанная. Обратите внимание, вот она какая, видите? Симпатичная сумочка, вот такая вот она. Открывается. Сюда мы кладем телефончик, вот, пожалуйста. Ключики положили сюда, закрыли ее. Вот. Что же мы делаем, как вяжем? Я связала эту сумочку вот с таких ниточек. Это ниточки не шерстяные, это ниточки простые. Вот, я связала в две нитки, вот одна и вторая ниточка. А вы можете вязать и в одну нитку. Какие у вас есть ниточки? Ну, для того, чтобы шерстяных не годиться, они будут тогда тянуться. Итак, это я сумочку вяжу крючочком. Можно вязать, конечно, сумку и спицами. Но я расскажу, как я связала эту сумочку крючком. Вот вы берете, вяжете цепочку, да? Так, как, чтобы вы меня видели. Вот, здесь я набрала 22 петелечки. Но вы будете смотреть по своим ниточкам, потому что я в две нитки вяжу. Набрали вы воздушные петелечки. Захотите вы, может быть, вы шире сделаете эту сумочку. Вот я, видите, сделала. Вот она у меня такой ширины. А вы, может быть, захотите сделать ее чуть-чуть шире. Ну, будете смотреть, какой у вас телефон. Чтобы телефон поместился. Итак, вот у нас воздушные петли. Дальше что мы делаем? Дальше мы провязываем здесь. Вот так вот провязываем. Первую мы не снимаем, а вот держим пальчиком. Во вторую петелечку мы просовываем крючочек. Вытягиваем ниточку. Получается у нас две здесь петельки. И через две петельки мы вот так вот протягиваем. Ой, у меня упала одна ниточка. Ну, у меня же в две нитки я вяжу. Так, дорогие мои. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Вот мы протягиваем. Теперь через две. И дальше таким же образом мы протягиваем. Снова протягиваем, вытягиваем ниточку рабочую. И через две вот так вот мы протягиваем. То есть мы вяжем это без накида. Посмотрите, дорогие мои, вот что у нас получается. И что же мы, я не буду провязывать, многие знают, как это вязать. Провязываем, сюда провязываем, потом мы поворачиваем, сюда вяжем таким образом без накида, и еще разочек сюда и сюда, то есть 4. 4 ряда без накида. Вот они у нас, вот они, смотрите, вот это и вот это. Можете 6 рядов сделать, круговую. Вот вы вяжете, вяжете и вяжете, 6 рядочков. Для чего? Здесь мы делаем без накида, для того, чтобы ключи здесь будут или кошелечек, чтобы не вывалило, чтобы они были здесь плотненькие. Что мы делаем дальше? А дальше мы вяжем полотно с накидом. То же самое. Протягиваем. Сейчас я вам покажу. Протягиваем. Смотрите, дорогие мои. Вот. Мы протягиваем. Смотрите. Мы берем крючок. Петлю. Нет, сначала мы берем накид. Вот видите пальчиком накид. А теперь мы протягиваем сюда крючочек в петлю, вытягиваем, и тогда у нас получается тут 3 с накидом. Теперь мы каждую отдельно провязываем. Первую мы провязываем, вытаскиваем. Потом все равно у нас 3 получается. Дальше мы снова протягиваем сюда. Вот протягиваем еще одну через вторую. И теперь мы протягиваем через третью. И вот у нас получается такой же столбик. Посмотрите, тут у нас были маленькие столбики, а тут у нас большие столбики. Поняли, дорогие мои? То есть мы берем крючок, накид, потом мы протягиваем крючочек в петелечку, вытаскиваем, вытащили. Вот на этой же величине, чтобы были у нас высокие столбики. Потом мы протягиваем первую, потом через две, а потом еще через две. И вот у нас получается вот такой вот столбик. Смотрите, вот видите, какие большие столбики. Что мы делаем дальше? Вот у нас сумочка.
И получается так. Вот у нас. Это у нас широк, то есть густое, без накида. А теперь мы вяжем вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 вот таких вот столбиков мы так раз с накидом, второй раз, третий, четвертый, пятый и шестой. Если вы хотите, чтобы она у вас была, может быть, чтобы она была у вас глубже, ну, для мне не нужна она глубокая, потому что мне ключики сюда, там телефон, платочек, кошелечек и все. Можете сделать и глубже. У меня здесь 6. Вот эти вот, видите, 1, 2, 3, 4, вот, 5, 6. Что мы делаем дальше? Когда мы провязали, здесь я вот, смотрите, нам надо теперь вязать вот эту штучку. Вот, то есть крышечку, закрывалку, короче, как закрывается наша сумочка. Что мы делаем? Мы также вот это вот мы провязали, а теперь мы вяжем отдельно только эту часть. Тут у меня пошло, тоже так же мы вяжем с накидами. Высокие столбики с накидами, как вот здесь мы вязали. Тут мы вяжем один, тут получается 1, 2 и 3. 3. То есть мы вяжем сюда накид, лицевая с накидом и 2. И до конца переворачиваем, также вяжем. Второй ряд также, а в третьем ряду, вот я сделала, чтобы у меня было, вот знаете, вот здесь, где серединка, вы также вяжете с накидом, а где серединка, 2 петелечки, я набираю по 2 накида, чтобы вот такой был у нас язычок. Поняли? То есть мы вяжем накид, лицевая, лицевая с накидом, накид с этим. Получается вот у нас столбик. А здесь мы провязываем 2 накида. Один накид провязываем, второй накид провязываем, потом накид с петлей и 2 петли. И потом дальше вяжем снова с одним накидом. Все. Вот это мы связали. Дальше. Тут я, вы знаете, долго думала, как же мне, что мне сделать здесь. Хотела сначала сделать замочек, потом хотела пуговичку пришить такую железную, красивую. Вот. Но это ваша фантазия. Но я остановилась на том, что я сделала вот такая кнопочка у меня была. Ее не видно, и она будет у меня очень раз, ее не видно, и очень хорошо. Можете даже ничего сюда не пришивать, никаких кнопочек. Можете даже, вот знаете, как в джинсах есть вот такие кнопки. Вот такую кнопку, отсюда вы ее, я хотела такую, вот сюда вот вы ее всовываете, и она у вас тут остается. Вот, и вы потом берете и закрываете. Или же можете взять вот липучки, но я не захотела липучку, там надо аккуратный шовчик делать, чтобы липучку, надо же будет ее пришить ниточками простыми. Вот, ну короче, это ваша фантазия. А здесь вот смотрите, я сделала, у меня шнурочек такой был, я между каждым вот этим вот, столбиком и так протянула для красоты этот шнурочек. Вот, дальше. Теперь нам нужна вот такая поворозочка. Как же мы вяжем такую поворозочку? А очень просто. Также вот мы набираем воздушные петли. Я тут набрала 150 петелек. Ну, для моего роста это, видите, как раз вот хорошо. Вот смотрите, дорогие мои. Вот видите, как? Вот она, вот она. Вот так вот. Сюда. А вы можете по своему росту смотреть. 100 петелек, 120, но не меньше 100. 120. Кто-то любит вот так носить сумочку. А я вот так вот. Мне вот так достаточно сумочку носить. Можно сюда ее. Вот. Очень удобно. Так. И что же мы делаем? Мы связали, значит, воздушные петли, а потом просто назад. Мы идем так же, как мы вязали вот здесь вот. То есть мы вяжем без накида. Раз, раз, раз. Потом закрепляете и пришиваете здесь вот. Вот здесь пришиваете, или крючочком, я крючочком сделала. Вот так вот, дорогие мои, понятно? Ну, что непонятно, пишите, я вам отвечу. Все, дорогие мои, давайте вязать сами то, что умеем. Все, до свидания, желаю всем успеха.